Давай. Только тихо. Стой, погоди. Дай сначала посмотрю, что там. Рекс. Кто? Коп, тебе его лучше не знать. Ладно, надо добежать до той комнаты по моей команде. Эй, сэр, стойте. Почему объявили тревогу? Давай, давай, давай. Да какая-то банкуха сбежала. Здание проверяют. Она что, внучка Гудини? Камеры запираются. Как поймаем, спросим. Слушайте, я хотел сказать, Ронан был мужик. Носил жетон с честью. Ненавижу, когда мне врут. Я не вру, просто зачем плясать на костях? Он носил жетон как средство устрашения. Он носил его, надеясь этим компенсировать все то дерьмо, что творил в юности. Как-то все исправить. Доказать всем, что он лучше, чем кажется. Многие из вас считали, что ему место за решеткой. И это отчасти правда. Но он был честен. Он мог посмотреть тебе в глаза и сказать ровно то, что думает. Подобная отвага — редкость в наши дни. Ему особо нечем было гордиться. Но он хотя бы никогда не прятался от самого себя. Это уже немало. Простите. Нам всем тяжело. Что я сказал насчет вранья? Что это такое? Оперативный штаб. Здесь хранятся все данные по нашему делу. Ну, я свое получила. Пока. Эй, ты еще не поняла, что в одиночку точно на тот свет отправишься? А это уже знаешь? Не твое дело. Черт. Thank you.
Эй! Ты далеко собралась? Если тебе так надо, сам ищи свои долбанные улики. Одна ты мать не найдешь. Что? Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Так, послушай. Твоя мать составила это досье, чтобы помочь найти убийцу. Там не сказано, что стало с ней самой. У нас разные цели, но путь к ним один. Надо найти убийцу. Мне нужен помощник в мире живых. А тебе ищейка. Последнее дело. Кладбище Эшленд Хиллс, его не видно, но оно там. Что? Не знаю, видимо, она считала, что тут замешан звонарь, а копы нет. Ладно, пойдем туда. Эшленд Хиллс. Мы не думаем. Да хорош, мы нужны друг другу. Я тебе нужна больше, чем ты мне. Короче, мы партнеры. Ладно. Временно. Ну, а больше мне и не надо. Ронан. Ронан О'Коннор. Я... Джой. Серьезно? Ронан, что ли, лучше? Имечко прям, как из средних веков. Так мы правда идем на кладбище? Ну? А, мне надо кое-что сделать. Встретимся там. Не-не-не-не-не. Никуда я тебя не отпущу. Или так, или все отменяется. Если не приду, значит, не судьба. Все? Понял? Я на тебя очень рассчитываю. У меня больше никого не осталось. Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом. Просто клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Thank you.
Вот только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Прости, что я так долго, Джулия. Ты какой-то дерганый. Я не псих, правда. Но порой вижу нечто необъяснимое. Жуткие, мерзкие вещи. Я даже не знаю, как попал сюда. Больше точно столько пить не буду. Так а чё ж ты не уйдешь? Кажется, со мной была женщина. Может, жена, а может, подружка. Я точно не помню. Все как будто в тумане. Наверное, я ее жду. Вы с ней были здесь? Вроде да. Мы целовались. А потом она вдруг закричала и отшатнулась от меня. А потом вода. Много воды. Я уверен, вы еще увидитесь. В местечке получше этого. Спасибо. А вот в участке было тепло и уютно, правда? Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише! Я тебя не вижу, и мы не разговариваем. Усёк? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый! В досье сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Они не могли зайти в тупик. Не так быстро. Что теперь делать? Я разберусь. Отстань, не видишь, я занят поисками. Прошу прощения. Пару недель назад вы не застали тут полицейское расследование? Я близко не подходила, но кажется, там что-то было. Я не уверена.
Эй, тут убийство было. Вы что-то видели? Это плыло по реке рядом с трупом. Кажется, оно лежит в тех кустах. Да, по-прежнему ничего. Мне надо идти, но вдруг она вернется. В кустах слишком темно. Что мы упустили? Какую-то логическую связь? В кустах слишком темно. Джой, тебе нужно кое-что вытащить из тех кустов. Окей. Будем искать. Должны быть улики. Не знаю, что это, но больше ничего не нашла. Тебе на ум ничего не приходит? Да, по-прежнему ничего. Минуточку. Это что-то знакомое. Надо подняться по реке и найти это место. Скажу Джой. Труп вынесло на берег, значит, убили ее в другом месте. Но где? Берег тянется на мили. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гений, в стоге иголок. А причем с призраками? Вот бы спросить ее, Софию. Черт возьми, а ведь точно, это тот призрак, что шел за мной. Девчонка никак не отвяжется. Это она, та, что на фото.
Черт, хватит так делать, ясно? Стой, не оставляй меня. Ты видел? Да, она говорила с мертвым копом. Одна услуга. Дайте а ей больше шанс, она всем нам поможет. Пожалуйста. Ты слышала? Да, разумеется, слышала. Демоны. Проклятие. Ну давай, давай. Чё там сложного? Хочешь сам попробовать? Так, к
как я понимаю, там сталь или железо. Типа, как забор, да? Сколько это может весить? Надо было взять лом. Да. Когда едешь автостопом в Бостон посреди ночи, как же без лома-то обойтись? Давай, иди уже сюда. Эй, как скажешь. Но запомни, это все была твоя идея. Черт, тут все намертво заварили, что ли? Нет, надо было оставить склеп с мертвецами гостеприимно открытым нараспашку. В другой раз лом не забудь. В другой раз? Стой. А где фляжка? Я думал, у тебя. Нет, ты... Куда ты ее подевал-то? Она здесь. Посмотри получше. Без фляги путешествовать невозможно, знаешь? Все это плохо кончится. Кто все это придумал? Блин, никогда столько не ржал. Никогда. Ну, хоть будет о чем рассказать. Привет. Кто у нас герой? Мой прадедушка. Я нашел на чердаке его армейские вещи. Даже отпил из его фляги. В нашей семье о нем не говорят. Это из-за того, что он на войне воевал. Угу. Как это, наверное, здорово вспарывать штыком животы, размазывать чьи-то мозги по стенке. Поверь мне, парень, о таком ты никогда не забудешь. Хотя забыть-то как раз очень хочется. И что? Он был герой. Я бы все отдал, чтобы меня таким же запомнили. А меня помнят как труса, который покончил с собой. Сочувствую. А это неправда. Не знаю, как это вышло, но я не трус. И будь я жив, я бы за такие слова кому угодно глотку порвал. Ладно, ладно, ты не трус. Я понял. Ну что там с Софией? Я не поймал ее еще. Так чего ты тут со мной болтаешь?
Тебе помочь? Черт. Да что с ним такое? Ты о чем? По-моему, тут все в полном порядке. Он должен напоминать обо мне. Я не была такой... такой грязной. Я была важной особой. Богатой, чистоплотной, нарядной. Знала, как важно следить за собой. Поэтому так не пойдет. Он должен выглядеть лучше всех. Я не такая, как эта шваль. Ты себе льстишь. Находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 17 века. А это было до или после ведьм? О, хороший вопрос. Вы все слышали? Юная леди спросила, было это до или после известных событий, связанных с ведьмами и процессами над ними. Ответ – до событий. Кладбище появилось на несколько десятков лет раньше. Так, мы пройдем немного дальше. Пожалуйста, следуйте за мной. Эй, старичок, проблемы? Можно и так сказать. Я работал мясником, пока эта любопытная сучка все не испортила. Ко мне люди за мясом издалека приезжали. Я собрал столько наград, что некуда было вешать. На стенах места не хватало. А потом пропал ее маленький сыночек, и меня упекли за решетку. Дай угадаю, ты его убил? Не убивал я его. Я никого не убивал. Это делали мои свинки. Будешь преследовать ее до смерти, а потом? Все просто. Спрошу, каков был на вкус ее сыночек. Занимательный факт. Вкус свинины зависит от того, чем свиньи питаются. Я слыхал, для такой мрази, как ты, есть специальные места. У меня мурашки по коже. Может, тут призрак? Здесь и правда есть призраки. Возможно, какой-то скандал, о котором они не говорят. В этом городе обитают не только ведьмы. Сейчас тут так тихо, но с этими людьми произошли страшные вещи. Думаю, это им обязательно понравится. Почему здесь было столько эпидемий? Какая короткая экскурсия. Похоже, уже поздно.
Что, книжка интересная? Потом. Не отвлекайте. Вы не видите, что я занят. Ладно, я тогда тут осмотрюсь пока. Только ничего не трогайте. Если вам интересно, я уже почти что понял. Почти разобрался. Без обид, но ваши справочники малость устарели. Ничего нового вы тут уже не откроете. Зачем мне новое, если есть только старого и неизученного? Вот вы знаете, какая старейшая в мире болезнь? Конечно, не знаете. А вот я вам скажу, это смерть. В каждой культуре есть своя книга о смерти. Забытая, запрещенная. Я всю жизнь стремлюсь разгадать тайну смерти. Я уже близок к разгадке. Но пока чего-то не хватает. Иные тайны лучше не трогать. Так что это за место? Я не знаю. Они говорили, это вроде бы полевой госпиталь. Прошу, вытащи меня. Это не госпиталь. Он обманывает. Кто? Доктор Троттер. Я не понимаю, в каком смысле не госпиталь? А что же тогда? Просто бойня. Я только хотел помочь, и все. Прости. Эй, не бойся! Я просто хочу спросить, и все! Ну почему все так умеют прыгать, кроме меня? Надо бы научиться, что ли?